Всем привет! Я Сергей Искевич, я бренд-амбассадор пивоварни Reward, я идеолог, сооснователь и сердце пламенный мотор пивоварни Кома. Я нахожусь в баре «Вечно молодой» Адлер, и сегодня я хочу познакомить вас с некоторыми нашими сортами, специально отобранными, специально для вас. Начнем мы, пожалуй, с сорта под названием «Джонни Ди». Это наша новинка из новой серии «Легенды». Наверняка вы слышали, что у нас была серия «Миротворцы». Теперь мы дополнили легендами, и Джонни Депп – одна из тех легенд, которым мы решили посвятить это пиво. Это двойной индийский Pale Ale, Indian Pale Ale. Это крепкое, мощное такое хмельное пиво на хмелях цитра и амарилла. Собственно говоря, такое же пряное, такое же пьяное, как жизнь Джонни Деппа в последнее время. Кстати, говорят, что он собирается вернуться к роли пирата капитана Джека Воробья, но это еще не точно. Следующий сорт на очереди – это регатта. Совершенно неслужно забытый стиль Гозе, который в чистом виде практически уже очень редко появляется на полках, очень редко появляется на кранах. И очень зря. Это абсолютно максимально летний стиль. Это пшеничное кислое пиво с солью и кориандром. То есть это такое пиво, которое немцы варили 800 лет назад и пьют по сей день, и радуются, наслаждаются жизни. К летней погоде, особенно в Сочи, это подойдет, по-моему, максимально. То есть это идеальное сопровождение лета, солнца и моря. Движемся дальше. Сессионный IPA Winners Mentality. Мы сварили его совместно с регбийным клубом МГУ. На самом деле у него есть большая история у регбийного клуба. Он появился еще в 60-х годах, потом он был незаслуженно забыт. Потом парни опять возродили для себя регби. Даже выиграли специальные какие-то призы, конкурсы, турниры. И совместно с ним мы сделали сессионный IPA. Что такое сессионный IPA? Это сорт, сессионный IPA, пардон. Это сорт, который появился в начале 20-х годов специально для рабочих, чтобы они могли во время обеда выпивать по пару кружек и продолжать работу. То есть это легенько, плавненько, мягенько, с хорошим оттенком хмеля. То есть то, что просто нужно в течение дня, чтобы оставаться в норме и в хорошем настроении. И сорт от Комы и бара Джангл Ростов-на-Дону, Industrial Junglism. Кома у нас отвечает за смузийную часть. Кома – это много-много фруктов, много-много пюре. И здесь у нас в одном сорте появилось сочетание ежевики, мандарина и лайма. То есть это такая максимально фруктово-ягодная бомба, которая заходит в любую погоду, которая борется с вашим авитаминозом и позволяет вам жить, радоваться и наслаждаться.